Всем привет! С вами Ирина. Сегодня я приглашаю посетить вместе со мной выставку орхидей в Сопоте, Польша. Вот так выглядит общая картина. В этом году выставка проходит в зале, где проводят спортивные соревнования. Различные хищные растения. Смотрите, какая красота. Очень интересные растёшечки. Постараюсь максимально вам показать всю красоту, показать все то, что я видела. Посмотрите, какие красивые экспозиции. Много достаточно цветущих красивых растений. Анцидиумные, дендробиумы. Смотрите, какой дендрик классный. Очень красивый. Анцидиум в бутонах. Танцующие девочки или куколки их называют. Вот этот очень ароматный анцидиум. Очень красивые, ребят, растения. Если первая картинка не очень впечатляет, то когда начинаешь подходить к каждой экспозиции, все равно находишь очень много интересных растений. Особенно когда это все в совокупности. Очень красиво. Посмотрите, какие красавчики. Это уличные орхидеи. Я не посмотрела, правда, поставщика. Поставщик из Азии приехал. Можно было прям там у них купить такие башмачки и посадить их у себя прямо во дворе. И любоваться вот этой красотой. Плейоны тоже очень красивые растения. Смотрите, какие. Посмотрите на их губу. Шикарные такие они, нежные. Листиков у них практически нету. Одни крупные такие цветочки. Шикарно. Вот этот дендробиум тоже, ребята, очень красивый. Цветет мелкими цветочками, но такие пышные, пышное такое цветение. Но тут уже разные фаленопсисы, котлеи. Смотрите, какие красавчики. Сколько бутонов. Анцидиум. Котлеюшки, пышно цветущие, красивые такие кустики. Красавица, посмотрите на нее. Анцидиум и твинкли, очень ароматные, лекасты, шикарные растения, просто шикарные, но это для особых любителей. Котлеюшки, только на секундочку представить, сколько им пришлось перенести какую дорогу, чтобы их нормально привезли цветущими, разложить это все. Невероятный труд, просто невероятный труд. Люди старались, наводили эту всю красоту, чтобы мы с вами смогли прийти, посмотреть, полюбоваться. Смотрите, какие замечательные котлеи крупноцветковые. Это дендробиум, по-моему, кингариум. Шиллерианка, посмотрите, какая красавица. Невероятные цветы, но шиллерианки, они выделяются. Должна быть эта орхидея в каждой коллекции. Дендробиум, да, очень красивый. Всякие разные. Посмотрите, сколько много бутонов. Растения.
отличный листик. Красавица, это компактная котейка. Видно, что она не крупного размера. Шевелянка будет побольше. Обратите внимание, какой цветонос. То есть, чем взрослее растение, тем больше цветонос и тем больше цветов на этом растении будет. Очень красивое растение. Смотрите, какие листики. Сколько много цветоноса. Просто невероятное количество растений и разнообразие. Цвет красивый. Леодора. Очень ароматное растение. Ну и это, конечно, шикарное. Очень шикарное растение. Посмотрите. Прям лаковые цветы. Окрас какой. Видим, какой цвет. Компактненький такой фаленопсис тоже. Гибрид гигантейный. Все гигантейные гибриды очень красивые. Смотрите, какие большущие листья. Какой окрас. Людей собирается все больше и больше. Тоже гигантейный гибрид. Бабочка тут даже... Говорить нечего, вы сами видите. Стюартинка. Посмотрите, сколько у нее бутончиков. Посмотрите, какая шикарная. Голландские растения также выставлены. Ну и тут очень много красивых башмачков. Посмотрите, какие. Теперь мы поближе их рассмотрим. Смотрите, какая красота. И это все на одной выставке. У нас цветет 1, 2, 3 растения. Мы радуемся. Посмотрите, сколько здесь красивых цветущих. Лекасты шикарные. Анцидиумные. Ну, вот такой анцидиум я впервые увидела. Такую окраску. Дендробиум. Невероятный. Очень красивые такие пушистые цветочки. Посмотрите, какие они. Солнечный такой пушистый, легкий, воздушный. Красота. Дендробиумы. Это курлин орхидеи. Мне очень нравятся вообще растения от этого поставщика. Обратите внимание на вот этот бульбодиум. Огромнейшее растение, просто огромнейшее. Цветет. Сколько труда в это все вложено. Как люди старались, выкладывали все растения для того, чтобы мы с вами могли полюбоваться, насладиться вот этой всей красотой. Очень красиво, ребят. Прекрасные, просто прекрасные растения. Сколько всего разнообразного. Гибрид какой интересный. Катлеи. Ванда. Это поставщик ПОМ. Смотрите, сколько они привезли красивых цветущих катлеи. Это для примера. Эти растения не продаются. Можно посмотреть, как они цветут. И ниже в коробочках под каждым номером вы можете выбрать то растение, которое вам понравилось. Очень много есть цветущих с бутонами. ПОМ, конечно, к выставке подготовился очень хорошо. Практически все растения у них либо цветущие, либо с бутонами.
Смотрите, какие красивые. Отличные растения, просто отличные. Все вовсе цветущие. Какие просто невероятные, ребят. Здесь вы можете посмотреть сразу на размеры цветов и будете понимать, какие крупноцветковые, какие меньше, какие более компактные растюхи. Смотрите, какая это все красота. Шикарные, просто шикарные, все такие красивые, нарядные. French Fox. Желтенькая какая. Очень красивое растение. Здесь уже растение от польского. Это не поставщик, а как бы продавец уже. Смотрите, какие у них красивые растения. В большинстве это растения от Швертера. Смотрите, какой красивый. Посмотрите на цвет, как он переливается. Яркая красавица. Этот цветочек вверх ногами распустился. На выставку взяли самые-самые красивые цветущие, либо с бутонами. Красавчики. Я вам постараюсь максимально показать все растения, все, что есть на выставке. Смотрите, какой красавчик. Вот это растение. Горелекс. Красавчик. Это уже агаванские различные растения, цветущие. И это можно у них найти и голландские растения. Есть также растения, которые они выращивали специально для этой выставки. Смотрите, сколько красоты они подготовили. Мне вот эта растюшка очень понравилась. Цветы. Очень красивое растение. Ванды цветущие. Можно, кстати, прям карточкой у них рассчитываться, что тоже очень удобно. Смотрите, сколько всякой красоты. Очень удобно. Смотрите, какая цветущая тоже красавица. Очень удобно, что этот поставщик ставит фотографии. Видите, маленькие, как они цветут, чтобы было видно вариант цветения. Очень классно. Мне очень понравилась эта идея. Я, кстати, задумалась, возможно, распечатать такие маленькие фотографии на свои растения. Буду любоваться хотя бы фотографиями. Так, вот здесь уличные башмачки. Различные. Сразу цены указаны. Ну и это Эквадор. Поставщик из Эквадора. Вот их не весь прилавочек. Такие вот растюшки.
по 80 злотых, по 100, разные цены. Мне было интересно посмотреть на цены от этого поставщика. Я понимаю, что мы можем привезти эти растения намного дешевле, поэтому ехать на выставку, покупать растения из Эквадора получается намного дороже. Мы сдевали, ребят, очень красивые, смотрите, замечательные кустики. Единственное, нужно обращать внимание, вот тут написано кул, смотрите, 100 злотых. 100 злотых — это порядка 745 гривен стоит это растение. Кул — это холодного содержания растения. Смотрите, котлейки по 170 злотых. Тоже фотографии на каждом растении, чтобы было видно вариант цветения. И цветущих у них растений особо нету. Не особо, а у них вообще ни одной цветущей орхидеюшки я не нашла. Такие вот котлеи. Отличные, в принципе, кустики у них. Максима очень красивая. Кустики здесь замечательные, именно у этого растения. Опять-таки, когда мы участвуем в заказах, неизвестно, что мы можем получить. Поставщик может выбрать на выставку самые лучшие свои экземпляры. Смотрите, сколько маленьких. Это уже миниатюрки пошли. Очень маленькие растения. Вид с другой стороны зала. Людей все больше и больше, ребят.